Всем добрый день, рада вас приветствовать на своем канале, и с вами, как всегда, Ирина. В этом видео я покажу вам новую гагру, немножко прокачусь по улицам, как раз у меня здесь есть кое-какие дела, пока мы занимаемся ремонтом нашего очередного магазина, который мы взяли в аренду. Кстати, смотрите следующее видео, если вам интересно, как раз часто вы задаете вопросы по поводу ведения бизнеса в Абхазии, по поводу коммерческой недвижимости. Расскажу вам, что почем, какие цены на аренду и как вообще здесь это все делается, потому что очень сильно отличается от России. Ну а сейчас я камеру переключу, у нас отличная погода сегодня, правда, немного ветрено. Но думаю, вам будет интересно. Нахожусь я сейчас в Гаграх. Здесь не так много магазинов со строительными материалами. Буквально раз-два я обчелся. Ну так вам для примера, чтобы вы понимали, насколько здесь не просто делать ремонт, потому что элементарный там короткий бур на 10 у нас закончился. То есть, ну вот таким вот образом. Ну, в принципе, да, стараемся привозить все из России. Цены здесь на стройматериалы такие же. В принципе, не намного отличаются, что-то даже иногда можно и дешевле встретить. Связано это с тем, что здесь ниже аренда на помещение, либо чаще всего они находятся в собственности у продавцов, и плюс делают очень маленькую наценку. С этим я столкнулась буквально летом, то есть я даже не ожидала, что некоторые магазины буквально, не поверите, но делают наценку 5-10%. Вот. Именно за счет этого Абхазия может предложить такие конкурентные цены, да, потому что все равно это доставка, это таможня, даже те же самые продукты, хоть там и небольшой процент, да, 3% берется налог на продукты, на молочную, по-моему, 1%, если мне не изменяет память. Ну, в общем, ремонт в Абхазии дело непростое. Но, возможно, когда ты уже делаешь это не первый раз, ты уже знаешь, где, что и как купить. Поэтому, в принципе, каждый наш магазин мы уже делаем с каждым разом все быстрее и быстрее. Кто первый раз на моем канале, я живу в Абхазии, уже скоро будет целый год. Вернее так, я живу и в Сочи, и в Абхазии. Снимаю видео, рассказываю, что здесь интересного. А занимаюсь я в данный момент продвижением табачной сети в Абхазии под названием Ассорти. Нахожусь я сейчас в Новой Гагре. Здесь вот в прошлом году мы арендовали магазин, но что-то здесь у нас, не сказать, что были дела плохи, но по разным обстоятельствам, в общем, мы решили это место закрыть, и сейчас как раз делаем ремонт в более удачном, на мой взгляд, месте. Там и площадь побольше, и хорошие условия мы согласовали. Что, кстати, тоже в Абхазии очень мало магазинов. Что-то, в общем, у меня такое видео про коммерцию получается. В Абхазии очень мало магазинов, которые, если вы, допустим, захотите снять в аренду какую-то коммерческую недвижимость, то вы столкнетесь с тем, что практически ни у кого нет на нее документов. Вот. То есть, допустим, построили магазины, а документы на них не оформили. Вот. А для того, чтобы, допустим, торговать табачно-алкогольной продукцией, вам нужно получить лицензию. А лицензию вы сможете получить только если у вас будет весь пакет документов. Ну, в общем, это такие здесь уже моменты, с которыми вы столкнетесь уже непосредственно здесь. В принципе, все они решаемые. Да, это все делается гораздо дольше, чем в России. Но, тем не менее, это все здесь сделать можно. И я думаю, что это не сложнее, чем у нас. Просто времени на это нужно чуть больше. Кстати, напишите мне под этим видео в комментариях, если вам вообще интересно про коммерческую недвижимость, потому что вы многие планируете сюда переехать и чем-то здесь заниматься, да, то есть вести какую-то коммерческую деятельность, помимо, допустим, там коммерции, связанной с, что здесь самое такое развитое, это, конечно же, сдача в аренду, либо каких-то гостевых домов, либо там квартир, либо еще чего-то, да. Вот. Здесь также еще есть и другие виды деятельности, которыми можно здесь заниматься, потому что, в принципе, конкуренция здесь, если сравнивать с Россией, минимальная. Люди здесь, местные жители, работают, так скажем, не в полную силу, потому что они привыкли так работать в основном до обеда, не все, конечно. Вот. Ну, в основном здесь все так, на расслабоне, на релаксе, и многие магазинчики, они работают, в принципе, вообще до 3 часов дня. То есть это нормально. Мне понравилось однажды, когда я напечатала режим работы, значит, что у нас режим работы с 9 до 9 летом и с 9 до 7
зимой мне абхазы сказали: ты что, Ира, кто же будет работать с таким режимом работы? Вот. На что я ответила, что мы найдем людей, которые будут работать, и слава богу, у нас это получилось сделать, потому что сервис должен быть безупречным, на мой взгляд. Мы к этому стремимся, многое для этого делаем. Сейчас я проехала супермаркет Ассорти, и вот как раз уже подъезжаю к нашему новому помещению, которое мы снимаем в аренду. Но об этом я, как уже сказала, расскажу подробно в следующее видео, что и как. Вот. Вот здесь вот у нас он находится, на площади, рядом остановка. В принципе, место неплохое. А летом здесь по этой дороге все идут на центральный рынок. Да, место здесь неплохое, локация мне понравилась, условия по аренде тоже мы согласовали достаточно хорошие, поэтому смотрите следующее видео, если вам это интересно, расскажу подробно, что и как. Хотела показать вам Гагру, а по дороге особо показывать было нечего. Вообще, конечно, чтобы было более информативно, лучше прогуляться пешком по улочкам, потому что так вы сможете лучше понять, что вас здесь ждет. Но поскольку сегодня ветреная погода, то качество звука будет не очень, и я решила так прокатиться на автомобиле. Надеюсь, мое видео кому-то будет полезным, интересным. Если это так, понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну и, конечно, жмите колокольчик, чтобы первыми увидеть мои новые видео. Я, конечно же, всем традиционно передаю огромнейший абхазский привет. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня.